Всем привет! Вода сутки отстоялась. Можно рыбку запускать. Оба! Вот красавчик какой! Наловил рыбок, рыбу, карасиков, пирочков. Здесь у нас на озере вот такие вот золотистые товарищи. Ну и пока осмос набирается в бочке, я думаю, почему бы и нет, почему бы им тут пока не поплавать. Они у меня жили в бочке, в огороде. Выпущу сюда, пусть поплавают. Даже не знаю, что с ними дальше сделать. Коту, наверное, скормлю их. Или вообще отвезу обратно на озеро, выпущу. Почему бы нет, обратно их выпущу, пусть растут. Скорее всего, так и сделаю. Прикольно. Ну вот. Вот такое видео. Ловил их на удочку. Так, езжу на озеро душу отвести, посидеть с удочкой. Тем более, как клюют караси, мне очень нравится в рыбалке. Кто ловил карася, тот знает. Так, ну вот я набираю осмос. Здесь это 100 литров, еще есть бочка 100 литров. Думаю, как две бочки наберу, буду сливать отсюда воду. Перелью воду сюда, закину шланг и пусть набирается. Ну, это примерно будет завтра, думаю. Завтра начну набирать, уже самому не терпится. Систему всю протестировал. Тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, все отлично. Трубы все хорошо склеил, нигде ничего не капает, не бежит. Поэтому двое суток на тест и буду сливать и заливать осмос. Всем пока, продолжение следует.